уфимском торговом центре проходит одно из ярких и долгожданных событий – мероприятие под названием «Modest Market Уфа». Это ярмарка нравственных, благопристойных товаров и услуг, где у каждого есть возможность купить нужные, креативные, стильные вещи, косметику, предметы искусства и многое другое. Основная цель данного маркета – познакомить жителей города с такими направлениями, как благопристойная, нравственная мода и халяль-индустрия. Сейчас халяль-индустрия вообще она набирает обороты потихонечку. Халяль, скажем так, сейчас становится вообще модно, да, и даже не мусульмане пользуются услугами халяль, потому что халяль во многом ассоциируется с то, что это качественно, это полезно для здоровья и честно, да, по отношению к покупателям, по отношению вообще к клиентам. Совсем недавно уфимские мусульманки, которые производят хендмейд товары, решили объединиться и создать шоу-рум в одном из торговых центров. Но этого им показалось мало, и они стали организовывать ярмарки, где можно приобрести халяльные товары и модную одежду. Уфимские покупатели активно приобретают вещи, которые представлены на Modest Market. В интернете вы, наверное, видели, там Nike создал хиджаб для мусульманок. На показах мод здесь появилась модель в хиджабе. И это очень такая очень быстро развивающая индустрия. И поэтому, мне кажется, уфимские тоже аудитория заинтересована в этом. Им очень интересно, что это такое. Здесь можно приобрести халяльные продукты, а вот сладкоежкам по душе будут вкуснейшие пирожные, сделанные девушками дома. На этом маркете я представляю свою домашнюю кондитерскую. Различные десерты, капкейки, тортики на заказ, авторские. Вся продукция халяльная, то есть не используется каких-то растительных жиров. Специальный халяльный желатин для вот муссовых пирожных, для маршмеллоу. Не используется маргарин. Эта мусульманская ярмарка привлекла огромное внимание уфимок, которые могли найти подходящие для себя товары и подарки своим близким и друзьям. Мне очень понравилось украшение в таких национальных стилях. Очень вкусные яблочки продаются здесь. Для дома интересных ручных работ атрибутов. Это для ключиков, ключницы, какие-то вещи. Очень хорошая ручная работа по косметике. Я Боро-Боро часто пользуюсь. Я пришла сюда посмотреть на этот Modest Market, потому что много рекламы было, мне интересно. Я хотела поддержать своих сестер-мусульманок. И я рада, что вообще такой размах произошел. То, что идет развитие рынка мусульманского халяльного, я думаю, что это интересно и публике, и покупателям. Мне вот очень нравятся вот эти вот стенды. Тут всякие очень милые вещички из дерева. У меня тут мама участвует, и у нее тоже есть, ну, первая коллекция весенняя, у нее бренд одежды. Подобный Modest Market будет проходить постоянно. Сестры-мусульманки отмечают, что халяльные и в целом нравственные товары и услуги востребованы и пользуются особой популярностью. А следующая ярмарка состоится уже в августе. Алина Таюпова, Альфия Ильясова, канал «Алиф», Башкортостан.